Hello world, welcome back to Code Combat. This is Comrade Atomny, and we continue translating program code from one programming language to another. Ну что, товарищи, ради высшего блага, с вами товарищ Атомный. Мы продолжаем перевод нашего кода из одного языка на другой. Сегодня мы снова переводим с языка C++ на Python и смотрим, как это выглядит. So we are looking at how the code looks like when we translate that on different languages. So the main thing is, like, this is still English language, so programming is still on English. The difference is in punctuation, syntaxes, and how the general program looks like. То есть, все смысл и разница в пунктуации. То есть, ну, на самом деле у нас нету таких больших отличий. Смотрите, все как и было английским, так и остается, да? Вот мы комментарий убираем. Видим, да? Что не меняется особо. У нас меняется только пунктуация. So the only thing that really changes is punctuation. And you see here, like, the scopes are deleted. Видим, кавычки поудалялись, да? Вот, и поменялись вот так вот минимальное значение. So the difference is really, really low. Разница вообще просто минимальная. For example, you see this sign, like and in C++ changes to just word and. И вот тут, например, значок и, да, просто заменяется на служебное слово и, да. Else if нету такого, есть вот if просто. So now else, теперь иначе. This goes, вот так вот. And this is the change of code. Вот так вот поменялся код. So you see how it looks on Python. Видите, как выглядит все на питоне. Launch, запускаем. Now we need to go. Теперь нужно идти. Pressing forward. Вперед пошли. I'm not moving forward. А чё я не иду вперед? Okay, I guess I can destroy everybody. Я думаю, всех смогу завалить. Maybe not, а возможно и нет. So what is wrong? А что не так? Why this is? Okay, I need to stop the wave. Нужно волну остановить. Let's try again. Давайте заново начнем. I'm not moving any двигаясь. 5729. 5927. И remove, герой двигается. 5729. 5729. Окей, okay, so move to flag, двигаемся к флаге. If enemy, если есть враг. Okay, so here we need to do this. Нам вот это нужно сделать. So that's upgrade a bit of logic. Немного логики поменяли. Okay, here we go. Да, вот так вот. So now it should launch. Теперь стоит запустить идти. Окей. Back here, назад пошел. No, like back, да назад пошел. I'm trying to destroy everybody, стараюсь сейчас всех положить. Ну, here, сюда пошли. Once again, снова. Going here, сюда пошли. Kill the freaking this. Давайте убивать. I'm not moving. А чё я не двигаюсь? Я говорю, сюда пошли. Well, that's a gain error. Снова ошибка у нас. Move here. Сюда пошли.
Ну, сюда пошли. Now kill a little bit of ogres, немного огров убить. И его пошли сюда. Kill, kill, давай, добиваемся. No, that's a failure, снова провал. Here we go, пошли сюда. Let me go through, пусть внутрь пройдем. Okay, that would be fine, но должно нормально быть. Внутри уходим. Move away, уходим, уходим. I need to move away, мне нужно уйти совершенно точно. No, back, да назад пошел. I don't know how to pass this level, я даже не знаю, как пройти этот уровень. Through, давайте сюда двигаемся. So did I kill the shaman? Шаманов уже убил. Here, назад пошли. Back, назад. Why I'm not... Почему я не... I don't get why I'm not moving properly. Почему я не двигаюсь как нужно? Okay, maybe like... If distance is... No, is less than 4. Ну давайте дистанция меньше, чем 4. G. Зеленый. Ну так, назад пошел. Going back again, снова назад. They cannot pass through, они снова не могут пройти назад. Okay, so arrive here, снова пошли сюда. Can I go through? Могу ли я пройти вот так вот? Окей, нормально. Все, и так. Still doesn't work, все еще не работает. Так, теперь назад. Так, да назад пошел. Окей, нормально. So retreat, отступили. Now go here, теперь сюда пошли. Let's go inside, давайте пойдем их забьем сейчас. Move here, сюда пошли. Move back, назад. Окей, нормально. Окей. So that's it. Тут вроде как готовы добить. We need to stop the attack and we did not complete it. Мы не успели добить их всех. Like that's time limitations, есть ограничение времени. So that's a little bit sad, немного грустно. Так, назад пошли. So retreat, отступаем. Окей, нормально. Go through, пошли сюда. I need to pass through, мне нужно сюда пройти. Attack, давай, бей их все. Окей, I need to finish them off. Да нужно их уже заканчивать с ними. Get closer, да иди сюда. The last one, последний. Finally, наконец-то. That's a pretty hard mission. Достаточно сложная миссия, but not because of the code. Но не из-за кода, совершенно не. Will I manage to complete everything? Смогу ли я все закончить? Мега Манчкин нападает. Мега Манчкин attacks. Бывал товарищ с
старательно избавиться от этого неуклюжей безлинейки. So we need to fight against this opponent. What's this? Что это у нас? Okay, we can like get in. Можно привлечь. Let's go not to C++. Не на C++ перейдем. But okay, let it be C++. Пусть будет C++. We need to defeat Mega Munchkin. Eevee должна выжить. Eevee needs to survive. What that noise is? I feel the meat. I can do that, chef. I guess she cannot. Я думаю, не может. Подожди-ка, не очень получается. Может, следует попробовать что-нибудь. Munchkin ужасно медленный. Munchkin is really slow. We need to go back. Нам нужно типа отступать. Okay, let's go. If, если... Enemy, если расстояние. If... Let's distance. Давайте дистанцию проверим. If... No. Yeah, distance. Да, here, distance to the enemy. Расстояние к врагу. Auto. Автоматически. Your distance to enemy. Ближайший к врагу. Hero find nearest, найти ближайшего. Okay, I don't know how to do that. Даже не знаю, как это сделать. Окей, подожди, очень. Munchkin is really slow. What we have here? А что у нас здесь? Command, приказывание. Command methods, командные методы. Attack, defend, cast. Build shield, это щит у нас. Cost of, это самое. Цена. Hero cost of soldier, цена солдата. Summon, призвать. Let's go like this. Ну давайте вот так вот попробуем. Ланч, погнали. No, that's wrong. Нет, это неправильно. Command, команда. Distance to, расстояние к цели. Distance, назад дистанция. Distance to enemy, к врагу. If, если. Distance is less than 5, если меньше 5. That's enemy, и есть враг. We need to move. Okay, less than 15. Давайте меньше 15. We need to move. Нам нужно двигать. Hero command. Приказать. Friend. Retreat. Отступить. Is that possible command? Это у нас есть такие команды?
Move, двигаться. Move. Окей, launch запускаем. Да, нет. Can that be 500? Пусть будет 50. Окей, move. Как у нас команда двигаться делать? Let them move here. Пусть сюда двигается. 26, 26. Move, пусть двигается сюда. 26, like 26. 26, 26. So, now, итак. Again wrong, снова неправильно. How that should work? А как это должно работать? Minion object friend? Так, это у нас друг. Окей, okay, heal hero. Move, двигается. Commandable methods, давайте. These are all method names that you can call minions. Окей, okay, move, да, у нас есть. Окей, okay, x, ну, x, 26, y, y, 26, 26. Launch, запускаем. Would it work? Будет ли работать? Собрали some problems, уже какие-то проблемы есть. Потому что не знаю. Expected. Рассчитывали что-то такое. Friend, ну, двигайся. Like this should work. Ну, вот так и должно работать. Where is again? Снова где у нас? Move, двигайся. You can command minions of types, commandable to a soldier. You may be able to summon all the types, например. Move, hero, pause. Ага, вот, двигаться сюда. Okay, so... That would be... Okay, hero, pause. Ну давайте к позиции героя. You pause. Вот так вот. Launch, запускаем. That's all I can do. Нет, это все, что я могу сделать. Maybe like this, возможно, вот так вот. X 26, Y 26. Ну, X 26, Y 26. So maybe this is possible to do. Возможно, вот так можно сделать. Like to move a point, чтобы перейти к какому-то какой-то точке. No, I don't know what to do. Даже понятия не имею, что тут надо делать. That's definitely wrong. Точно неправильно. So, I don't know how to do that. Не знаю как. Каменные леса. We need to move... Oh, that's of the freaking... Да, это же долбанное это самое.
Okay, it's better to go to the desert. Лучше перейти в пустыню. Ущелье Саверна. Защити оазис, построив заграждение от нашествия врагов. So we need to defend oasis building something. Что-то построить. Let's use this. Давайте вот этот использовать. Hero needs to survive. Герой должен выжить. Доберитесь до защити оазис. Ты можешь получить позицию врага enemy post, затем складывать и вычитать из его координат по аналогии с героем. Потом вычитание изрек ведет вычитание из x влево. Okay, we need to do something. Нужно что-то делать. Build XY, строим по XY. Okay, let it be fence, пусть будет забор. Что за рождение 8 минут? Enemy, враг. Pulse X. Позиции X. Enemy pulse Y minus 20. Типа вот так вот позиции Y минус 20. Move, двигайся. Pause X, позиции X. Plus 10, плюс 10. Окей, launch, запускаем. Позиция Y, это не права. Like this, ну так. That's incorrect, это неправильно. Окей, минус 20, минус 20, минус 20. That's okay, это все правильно. Plus 10, плюс 10. Launch, запускаем. No, that's incorrect. Advices, советы. Запомню, вычитание из Y ведет вниз. Okay, to the left, налево. Все, итак. Something wrong, что-то не так. Argument error, какая-то ошибка в Argument Buildings. Фэнс забор на 20 метров левее игра. So yeah, that should work. Это должно работать. Minus 10, давай минус 10. What's wrong? А что не так? Let's see the build. Давайте посмотрим, как строить. Build XY, координаты. So this, вот так вот. Minus 10, минус 10. So is that proper? Вот так вот правильно. Нет. Minus 20, минус 20. Something wrong, что-то здесь неправильно. Why it's improper? А почему это неправильно? Like that should work. Это должно работать. Not like this. Ну давай вот так вот. Again, error. Снова какая-то ошибка. But like I don't see. Да я не понимаю в чем. Like what's the error? А что не так? What's the mistype? В чем опечатка? Let's do hero. Ну давайте герой вот здесь вот. Hero. Let's plus 10. Ну давайте вот плюс 10. Plus 10, плюс 10. Would it work? Будет ли так работать?
Again, what's wrong? А снова что у нас не так? What's wrong with this line of code? А что с этой строкой не так? Build, строй. Build XY, ну, строим сюда. You pause X. Ну вот, по позиции X у нас идет. And E XY, Y. You get what the problem? Вы понимаете вообще, в чем проблема? I don't ever... Я вообще не понимаю, в чем проблема. Let's do fire trap. Давайте огненную ловушку сделаем. Минус 20, минус 20. Launch again, снова запускаем. Something wrong with fence? Что-то не так было с забором? Okay, another dead, еще трупаки. Fence, ну забор, наверное, построить. Do I have fence? А у меня есть здесь забор? Build XY types. Build XY, давай строим. What's... It cannot build a fence? Он что, типа забор не может построить? Yeah, looks like this is the problem. Да, похоже, проблема в том, что я не могу забор построить. So it looks like I cannot build a fence because of that... Hammer, из этого молотка я типа не могу построить забор? Let's check another hammer. Давайте посмотрим другой молоток. Yeah, that's because of the axe. Да, из-за топора. That was stupid. Это было глупо. Like upgraded hammer cannot build a fence. Улучшенный молот не может строить забор. So I spend like so a lot of time on this error. Из-за этой ошибки столько получил времени. Ну, потратил. Никому не догнать дорожного бега. Nobody catches the runner. Герой должен обогнать огра. Okay, hero must overcome the ogre. Питомец должен обогнать огра. Обычно код выполняется по порядку, нужно дождаться завершения одной команды перед релизом следующей. Но если назначить код питомца на обработчик событий, он будет выполняться параллельно с кодом героя. Тогда оба персонажа начнут двигаться одновременно. So that's simultaneous execution of code. Okay, pattern, spawn, move. Ну, двигается вот так вот, давай. So let's copy this. Давай копируем вот это. So that should work. Должно работать. Yeah, we have won. Да, мы победили. Some XP, немного опыта. And the last fight, и последний бой, перехват, интерсепт, сокровище на пустыне. К сожалению, огры добраться сюда первым, защитить своего крестьянина, пока он собирает сокровище. We need to protect the peasant. Все должны выжить, everybody needs to survive. Передвигайся между башней и крестьянином, чтобы защитить его. Определи среднюю точку между врагом и другом.
Сначала определи координаты x, а потом раздели на 2. Okay, so we need to do some mathematical operations. Тут уже нужны математические выражения. I guess that will be in the next episode. Думаю, тоже будет в следующем эпизоде. Live long and prosper. Живите и процветайте.